Добрый вечер всем рыбакам нашей большой родины. В последние часы уходящего года хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Для кого-то этот год был хорошим, для кого-то не очень, но главное, он уходит, и с ним уходит все самое плохое. От себя я хочу вам пожелать в Новом году счастья, здоровья, ну и, конечно же, трофейных уловов. Мы очень рады, что вы продолжаете нас радовать своими постами и остаетесь с нами. Мы, в свою очередь, будем тоже стремиться к лучшему и в новом году снова увидимся на рыболовных турнирах. Еще раз поздравляю всех с Новым годом и, по традиции всем, ни хвоста, ни чешуи. А вот, что мы с руководителями рыболовных групп подготовили для вас. С Новым годом поздравляю, дорогой наш рыбачок. Чтоб всегда без промедления рыбка дергала крючок. Чтобы ты ее родную не ждал полдня на берегу, а ловил ее большую в море, в речке и пруду. Чтоб жена была довольна и хвалила за улов. Будь счастливым, будь любивым, будь везучим, рыболов. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Ни капли не сомневаюсь, что в следующем году у вас будут и огромные трофеи, и адреналиновые рыбалки. А самое главное, хочу пожелать вам здоровья. И вам, и вашим близким, знакомым, друзьям. Короче, всем. С Новым годом! Привет, комрады! Хочу поздравить всех рыболовов Астрахани и Астраханской области с наступающим Новым годом. Пожелать вам больших рыбалок, больших рыб, хороших трофеев, всего самого наилучшего в предстоящем году. Я присоединяюсь к сказанным словам Алексея. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Счастья в 2019 году, успехов во всем. С Новым годом! С Новым годом!